Народ, всем привет! Бонжур, господа! Итак, сегодня серия «Готовим в Эмиратах» снова. Что у нас сегодня? Наталья, рассказывайте. У нас сегодня будет лентил-супчик по моему рецепту. Это будет... Что ты делаешь? Ай! Это будет мое прочтение чечевичного супчика, поскольку я его пробовала не единожды. И приготавливали, потом мне рассказали рецепт, ну, приготавливали, имеется в виду, в кафе, в ресторанчиках покупали. Ну, что ты делаешь? А потом я уже сама по рецепту меня научили, начали готовить, и мне от него все время было плохо. Плохо с желудком. И я поняла, что я должна приготовить сама для себя его. То есть, это будет минимум зажарки, потому что там по рецепту должно быть... Максимум здоровья. Ну, я не знаю, кому видишь, кому-то подходит. Тебе же подходит, ты ни разу не жаловалась на этот супчик. Ни разу. Нет, видишь, тебе подходит. А мне не подходит. Поэтому у меня здесь много чечевицы, много овощей, минимальная зажарка. То есть лук, морковку я не буду зажаривать. Но давайте все посмотрим, как мы будем готовить вместе. Все покажем, все расскажем. Вместе покушаем, подписываемся. Поехали! Так, нам понадобится чечевица, самый главный ингредиент. Причем она, смотри, у меня разного цвета. Одна его написана масур дал, да? А это red split lentil. Вот лентил как раз и есть чечевица. Но это одно и то же. 2 килограмма, это один остаток. Вот это, по-моему, мы недавно покупали 18 дирхам за 2 килограмма. Короче, сыпем на глаз. Вот это маловато, я считаю, для супчика, чтобы был покушать, потому что естся очень быстро. Что нужно с ней делать? Ее нужно помыть, потому что она будет очень пениться. И когда варишь, она все равно будет пениться. Ну, это вот не такой похожий цвет, не совсем разный. Но это же... Оранжевый, да? Короче, моем под проточной водой. Ну, смотри, пеной прямо идет. И что такое? Это ее надо... Резнючая. Ну, и резнючая. То есть промываем, промываем. Ну, где-то как это, как и рис. Раз в 5 промываем. А потом оставляем залитой водой. Насколько? А я не знаю. Вот я вот с утра встала, вот это помыла, и ну, где-то там часа через 3 вот начала все ингредиенты остальные приготовила, начала как бы поставила ее уже варить. И она очень быстро варится. Хотя мне говорили, что надо поставить на ночь, целую ночь воду. Я так, ну, вот не делала. Ночь это же больше, вот прямо такой пенной. И, кстати, самое главное еще заметила, что надо, когда варишь, не закрывать крышкой. Потому что как бы ты ни закрывала, но ну, как бы не промывала, она все равно пенится. Идет вот это такими... Спасаем, спасаем. Все, промыла как могла, теперь залила чистой водой. Ну и часа вот 3 оно будет стоять. Может и меньше. Если честно, я ее вот так вот даже люблю. Просто есть сейчас, и она уже мягкая. Такая вкусненькая. Скажи полезная, да? Скажи полезная. Нет, чечевица очень полезная. У нее есть сколько-то там витаминов, чего-то еще. И вообще она самый лучший белок и так далее и тому подобное. Ну, короче, оставляем ее, сами уходим по делам часа на 3-4. Да, я ем ее сырой. Ого, что я здесь вижу. Водичка кипит поставили. С чечевицей, с лентилом вы уже знакомы. Сейчас надо слить его. Она уже стоит здесь часов 5, наверное, если честно. Да, что там много. Но да. Оно уже готово, если честно. Его ждать есть. Приправы. Приправы вот такая вот есть прикольная. Это микс приправа, да? Дальше что у нас есть? Паприку. Паприка, кориандр, кумин. Это вот что за травка такая скрученная, непонятно. А это листья карри. Похожее. Листья карри, это все, что осталось это от брокколи. Брокколи. Очень вкусный брокколи был, мы его съели. Грибы по акции 5 дирхам в Карифоре. Цены смотрите на видео в описании. Перчик, морковочка, масло кхи. Здоровая какая баночка, хорошая. Наша говорит, очень вкусная. И
А это семена чио. Чио, помнишь, семена мы купили чио. Из какого-то перепуга? Я даже не знаю зачем, и поэтому я решила, я их бахну вместе с этим. С чечевицей хуже не будет. Оно такое, смотри, оно такое, да. Слизкое, значит, для желудка полезное. Оно, не знаешь, напоминает издалека? Да. Нет, точно, точно напоминает. Икру черную. Да, 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 да. О, так давай сольки, и это, и вперед, и будем оно, продавать. Оно, да, и будем на бутербродик с маслом. Угу. Слушай, реально. Да. Или на кофточку блеск такой, класс. Видок, конечно, грибики это, но нормальные еще, да? Ну, а что, хорошие? Ну, хорошие, просто они так в холодильничке залежали недельку. Слушай, а вот думаю, а может еще добавить вот этого листа? Смотрите, кстати, горчичного листа. Сунил к нам заезжал, передал с фермы. Помните видео про фермы? У нас уже столько видео. Обязательно посмотрите. Смотрите, какие листья. Я классные. Не знала, что это. Я его съела, оно пекучее и что-то напоминает. Такое вкусное. А потом говорит, так это ж мастард гринс называется. Мастард то это есть горчица. Редечка. И вот такие огурцы необычные, индийские огурцы, мамардика. Индийский огурец, он так это мамардика называется. Да, у него столько названий, что вообще. Короче, попробуем, говорят, что вот как раз зелеными они должны быть в середине сладкие. Как бы вкусные, сладкие. Получится, в общем, спасибо Сунилу, все время нам пакетики завозят, в общем, прикольно. А листики карри, это они уже сохли, это я купила вообще, чтобы попробовать, что это. Пробовать такое. Будешь? А я пробовала, очень вкусные. Ну давай, листья карри. Боже, ты как чипсы их кушаешь. А они засохли. Реально, они продаются так? 90 копеек стоит. 90 филсиков. Ёлки-палки. Это вообще. Они свежие были, это же они засохли. Это ты в холодильник их положила, да? Какие вкусные. Вот класс, так вот. Вкус такой. Оказывается, что еще можно на сувенир из Эмиратов привезти, друзья мои. Это вот листья чили. Карри. Карри. Ну, карри, чили. Для меня это все какие-то вот непонятные, название, скажем. Да? Ну, не название острое такое, острое. Не-не, оно не острое, совершенно. Ну, не я острое. Вижу, что Наташа ест вообще без вопроса. Так, рассказывать будешь дальше? Ну, давай сейчас это прольем. Вот, с чечевицей. Угу. Так, чистим, называется овощи, все, что есть. Мелко порежем. Чистим или режем? Порежем. Я делаю мелко, чтобы я все сейчас, вот все, что овощи, да, все, что а овощи. Ты используешь такую штучку, мы купили? Так я сейчас буду ее использовать. Окей, я их сырые с блендерю. А, вот блендер называется. Да, с блендерю. А забыла. Эти, как они называются? Грибики порежем. Грибики надо, чтобы они чувствовались. Порежем и они немножко вкусные. Обжарим. Люблю, когда грибики чувствуются. Все, тут вообще все элементарно. Все, элементарно ваться. Ну ладно, будем потихонечку показывать. То есть сейчас ты промыла или не промыла? Тут не надо промывать, сколько ее можно промывать. А ты кушала ее, да, уже? Да, ага. Она мягкая, на попробуй. А ну еще раз. Не, я не буду, давай ты покушаешь, я тебе доверяю. Она мягкая. Все, она мягкая, Наташа, после 5 часов стояния можно чечевицу, он же лентил, он же Гоша, он же Жора, кушать. Слушай, оно как, по-моему, по калорийности или как мясо, по-моему, нет? То есть оно заменяется вообще? Там, ну, вряд ли оно мясо заменяет, как ну, для меня, да, я мясо да, это да. Еще я, тут. Да, я не буду, но очень-очень полезно, по крайней мере. Так, угу. В итоге, что мы делаем? Открываем кастрюльку. Открываем кастрюлечку. Туда нашу чечевицу. Так. Ну, даже эти. Как они называются? Что я сказала? Семена кого? Чиа. 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 С какого перепуга мы купили? Худеть собирались, да, по-моему? Худеть, да? Вот это вот. ПП, здоровая пища. Вот это все оно, да? Ой, ну, вот это оно и стоит. Еще я киноаж купила. Киноа купила, оно у меня простояло, я его тоже как-то добавляла в суп. Конечно, там все сблендерилось, очень было все вкусно. Никто претензий не имел. Так, теперь давайте семена чиа туда же. Давайте. Вот, да? Оно тут даже варится, я не знаю, сколько будет. Минут 5 оно уже будет все готово. Боже, реально, посмотри, какое. Класс, уже предвкушаю супчик. Не, даже всегда супы классно получаются. Да? Я хорошо готовлю яичницу. Да ладно. Пошли, не любят. Еще запариваю овсяную кашу. Очень круто, с орешками просто. Наташа это не любит. Да. Ну, если Наташа готовит, я люблю, не вопрос. А, курочку я вкусно готовлю. Курочка есть такое. На кусочки и пожарить. Но так вообще, конечно, заливаем. Готовка не мою. То есть воду мы предварительно... Ну, я вскипятила. Вскипятили в чай. А что ее ждать, лишь бы вот это вот? Ну, да. Но только не закрывать. А здесь ничего солить, перчить пока ничего не надо, не, зачем? Да? Не надо. Говорят же, дай помой руки. Говорят же, что когда солишь, то это не очень полезно. Надо в конце солить. Угу. Да.
Ну, то есть у Наташи всегда какие-то ее формулы, но она все точно высчитывает и все очень даже вкусно. Ну, формулу солить в конце. Я всегда бросаю соль раньше. Серьезно? Ну, как бы, да. Я где-то слышала, что так оно как бы полезнее, так она что-то там делает, я не знаю. Так, все, давай сейчас, наверное, порежем. Ага, сейчас все порежем и покажем. А здесь сейчас мы будем включать или когда порежем? Нет, будем включать, но чтобы сейчас оно не шумело. И просто сколько примерно оно будет, расскажем попозже, когда порежем. Оно не испортится, оно все будет вариться, никто не это, не оно будет просто себе разваливаться. Все, хорошо, включаем, начинаем резать. Да, да, да. Суп готовится уже минут 10, мы засекли время. Он уже готов. Это уже все готово. Наташа говорит, практически готов, но мы сейчас будем какую-то воду подливать, ты сказала, да? Нет, мы сейчас подогреем еще воду, это мы уже будем делать для супа, как, ну, какую мы консистенцию хотим. Ага, а в поняла. Принципе, это может быть как и приправа, на самом деле. Если оно будет гуще, чем вот как суп-пюре, то, пожалуйста, на рис себе, на какие-то каши еще сверху, классно. Я не знаю. Да. Вот, ну, то есть добавляйте приправы и вперед, это Наташа тоже будет эта добавочка. Перец и брокколи. И морковочка, грибы уже помыты и готовятся. То есть, в принципе, все, она уже, все, она разварилась. Ну, и не забывайте еще пенку снимать, там много пены, в принципе. Ага. Ну, здесь уже все, она готова. Для, тем более, понятно. Я даже выключу его уже. Возвращаемся на кухню, вот все уже порезано, грибы, приготовлен блендер, все время забываю его название, уже порезана морковка. Что здесь? Перец. Перчик, и... остатки от брокколи. Да, остатки от брокколи. А я забыла кое-что сделать изначально, но сейчас исправимся. Добавить листья кумина, она же зира. А ты знала, что тмин это оказывается? А сколько ты добавила? На глаз. Ты видишь, сколько я добавила? Я же откуда знаю, сколько миллилитров. Я вижу, что долила. Ну вот, долила. Ага, долила. Теперь сейчас брошу кумин. Кумин. Так, половиночку большой столовой ложки. Да. И сейчас паприки в порошке, но не острые, такой вкусненький. Ну, нехило то. Да что ж такое, тебе жалко, что ли? Не, для не себя? Жалко, не жалко абсолютно. Все, перемешали, пускай немножко нагреется, я выключу. И сейчас будем обжаривать грибы. Там, грибы. Грибы будем блендерить. Обжаривать, потому что когда кусочки в супе очень вкусно, а вот это все будем блендерить. Я бы еще подбавила немножко. Давай. То есть ложка кумина, считайте, и приправы так. У меня это сбивает. И нехило приправы. Вот так вот. Все по отлично. Вкусу, по вкусу. Все отлично. Этим не испортишь точно. Не испортишь однозначно. Все, нам нужна такая кашка с водичкой, чтобы ее тоже взблендерить. Все. Все. Мы сейчас почти готовы, мы взблендерили. Алло, алло, алло. Сейчас масло кхи будем на это, на сковородку. Что ты делаешь? Ты что, с ума сошла? Слава богу, что не подключено. Ну, я конечно, я бы не брала, если включено было. Ну, я бываю, конечно, туплю на кухне, но не настолько. Наташа, что ты делаешь? Показывай, масло, пожалуйста. Кхи. О, масло. Хочешь кхи? Масло? Не, я не очень люблю такой вкус. Вот, вот Наташа его обожает. А мне все-таки сливочное больше нравится. Хотя вообще я масло не любитель. Наташа из баночки там... Да нормально, нет. Как мороженка, ну как мороженка. Нога тоже нельзя, потому что оно плохо. А ну покажи баночку. Именно это Наташа рекомендует, если будете привозить, кстати. Нет, одно, да? Из, одно из. Одно из. Вот. Оно недорогое, оно вкусное, ничем не отличается по вкусу от вот. От дорогих. От... И оно не в жестянке ты не любишь, да? В жестянке мне не понравилось. Вот это классно. Что, народ, вот вам лайфхачок, что привезти из Эмиратов. Так, я же это не облизывала ушку, нет? Не знаю. Разберусь. Перевожу. И снова возвращаемся. Все, оно немножко сейчас проварится. Минуток 5, да? Вот да, нет, какие минуты 5? Меньше. Закипело, мне не нужно, чтобы оно чтобы варилось. Кипело. Это же приправа. Зира сейчас отдаст свой аромат. Угу. Посмотри, ложка от этого согнулась, масло набирала. Это моя ложка, да? Ну, да, ладно. Была твоя. Ну ладно. Наташа поменьше чуть-чуть. У меня самая большая ложка. Так, вот у нас масло кхи уже приготовлено на сковородочке. Здесь грибы. Но оно не будет, там он не даст никакой горечи. Оно вкусное, какая горечь. Класс. А что написано на пачке, ты показывала уже, да? Здесь? Карри... Карри Ливс Шри-Ланка. Это Ливс? Ланвес какой-то. Типа Ливс, я думаю, листья можно. Да, наверное. Еще из Шри-Ланки? ЛНВС написано. Ну, смотри, 4 бросила хватит. Так, отставляем. Кипит! Нормально, нормально.
Так, все. Вращаем ложку. Значит, грибы жарим, чтобы такой вкусик был вкусный, чтобы они чувствовали в супе. А блендерим это вот все блюдо. И покажем уже на исходе, что будет. Или все еще будем возвращаться. О, все, можно уже так кушать, пахнет, да? Обалденно, шукарь. Приятно, когда на кухне вкусный запах. Это самое, наверное, такое большое счастье, что хороший запах еды на кухне. Все здоровы, рады, счастливы и наеты. Что я перепутала? Кориандр, кумин, тмин. Был кориандр и кумин, я помню. Кориандр, кумин. А сейчас у нас приправа, как она называется? Из кориандра. Да, она же кинза, которую я не люблю. Ну, кстати, Сунил тоже кинзы чуть-чуть дал. Которую я не... Он чуть-чуть, нам постоянно чуть-чуть кинзы подкидывает. Которую я не люблю в этом виде, а обожаю в этом виде. И в семенах тоже обожаю. Так, смотри, что я делаю. Я беру ложечку, давай, вот такую с горкой. И бах! А, это туда, где грибики будут, где, да? Где грибики. Масло и масало. Вот это вот масала, которая тут... Ну, все-все-все, что как маскари. Ну, это очень прикольная приправа. Мне нравится. Да. И тоже мы ее где-то на распродаже взяли, по-моему, в Карифоре. Бах. Цены, еду оставлю в описании. Ну так, берем теперь ложечку. Вот эту сын, дынь. А теперь берем грибики. Что за грибики? Грибы. Представляешь, если натуральные грибы были. Не вот это вот. Не вот это вот искусственно выращено. Ну, то неплохо. 5 дирхам на распродаже, бывает по 3. А между прочим, это эмиратский или оманский, или суданский? Кто это делал? Не знаю уже. Ну, то есть это практически местные. Это не привезены из Европы или откуда-то. Ближнего Востока грибы. Да. Сейчас будем обжаривать побольше. Так, суп снова выключила, да? Да, я выключила. И, кстати, давай его прикроем крышечкой. Да, я пойду возьму крышечку. Как же вкусно и аппетитно они шкварчат. А запах, как скажи тебе? Запах грибов и приправы. Запах, скажи, такой приправы. А мне еще запах масла очень он. Мне пока нет, потому что, ну, может, чуть-чуть. Ну, приятно. Мне вообще даже кхи иногда из-за запаха не нравится. А, кстати, обрати внимание, что же мы это... Обрати внимание. Мы же не варим овощи. Да, мы не варим. Мы бросим, мы с блендерим сырыми и бросим туда немножко провариться. То есть не надо вот это все переваривать. Пережаривать, перепаривать. В общем, все практически быстро, только мы замачивали на 3-5 часов. Ну, знаешь, меня всегда вот эти вот рецепты, знаешь, самый быстрый рецепт. Ты как начинаешь готовить, так от забора до обеда. Так что, пока помоешь, пока... А кто это? Кто ее считает, пока ты помоешь это все, понарежешь это все, а потом это помоешь после себя это все? Ага, кто это считает? Поэтому съедается за раз. Быстро. 10 минут. Спасибо, что спасибо сказали. Да? И до свидания. Так, грибики будем... А сколько минут примерно, можешь сказать? Грибы? Да. Здрасте. Вот поговорили. Не знаю, пока они станут именно зажаренными. Я люблю. Хорошо, сейчас. Не угли, но реально должен быть аромат грибов. Но без лука, опять же, без лука даже. Если был бы вот или парей лук, или зеленый хотя бы, тогда бы ладно. Но вот репчатый... Засеку время, скажу примерно, сколько у нас грибы жарились. Пока тут суть до дела, Наташа вот это вот взяла, мы думали редьку, она говорит, безумно вкусная редиска. Ну, редиска, редька. Ну. Да, хорошая, да, классная. Да. Реально, вкусная, сочная, обалдеть. Я не понимаю, они что, отмыли? Она же не может из земли быть, они прямо помыли, там еще бегали, мыли там. Пожалей. Сервис люкс. Так, грибы уже 6 минут. Ну, нужно, чтобы они испарились, вся влага, это я еще кое-что. А еще она сказала, что мы будем блендерить не только вот эти вот нарезанные сырые овощи, а еще и суп. Конечно. Что? Будем жух делать и хотим суп-пюре. Суп тоже, да, суп-пюре, значит, надо засунуть эту штучку в кастрюльку и его поблендерить. Ну, поэтому он должен немножко остыть, чтобы, не дай бог, не опечься. Ну да, понятно, правильно. Вот, жидкость уже ушла. Готовилась она все 12 минут. Красивые какие, честно, я бы уже их так бы, наверное, поела. Да, пожалуйста. Ну ладно, подождем. Супчики, они тоже будут вкусно. То есть сейчас приступаем дело блендера, да? Блендерить будем. Поменяться надо.
У нас тут у нас такая великолепная розеточка. Если врубить сразу два, и чайник, или блендер, и плиту одновременно, то выбьет свет. Причем у всего дома. Да. Причем у всего дома реально. Поэтому мы так не рискуем. Не играемся больше в это, да? Так, все, я блендерю. Вперед. Вот уже овощи готовы. Такая пасточка прям зеленая. Вкусная. Ну что, еще с включениями это оранжевенького. Вот, вот супец. А сейчас супец. И сейчас будем блендерить супец. Пожалуйста, супец. Аккуратно, поскольку он реально горячий, чтобы на вас, не дай бог, что-то не это. То есть мне подальше отойти, да? Слышишь? А мне куда тогда? На сахарин? Ну ты у нас на боевой. Нормально. Вот такие волшебства. Процесс завораживает. Процесс вообще. Что мы раньше без этой костяной ноги делали, это вообще прелесть. Ну, и жизнь, и жизнь была. Так, все уже перемолото. Вот такой вот супчик. Вообще, да? Пюре. Сейчас да, и сейчас овощи. Овощи. Сейчас будем посмотреть насчет жидкости, хватит ли воды. То есть, чтобы он не сильно густой был. Подогрели, потому что он будет, ну, загустевать. Немного. Такой суп, слушай, прямо это. Количество... Суп здоровья называется. Нет, так он реально классный. Естся, конечно, что тут есть вообще. А, тут некуда вообще добавлять. Ну, немножко еще, видишь, он густой такой вообще, супер. Сейчас я перемешу. Ты сейчас добавишь и потом грибы? Или... Сейчас я включаю, добавляю грибы, добавляю соль. Буквально 5 минут, и то много. Ну, чтобы типа овощи проварились. А будешь чтобы... еще его что? Ставить на огонь? Так сейчас суп. Сейчас на огонь ставлю. Смотри. Магия. Включаем огонь, который у нас не огонь, который у нас электричество. Тут реально воды добавлять негду. Негду. Такая, может, и не надо. Сейчас просто грибы высыпишь и... Да. И все, и закончится пространство в кастрюле. А ничего не закончится. Надо просто аккуратно. И кладем сюда грибочки. Одну ложку в кастрюлю, одну в рот. Хочешь попробовать? Ну ладно. Я люблю, когда они... Я Оля дала гриб. Горячий? Он хороший. Ну только он не соленый же. Как это вкусно. Забыла предупредить. А между прочим, класс. Соль – это привычка. Кстати, это я поумничаю. Да? Возможно. Без соли тоже очень вкусно. Просто надо привыкнуть. Ну, чтоб судороги, чтоб не дергали, вот соль надо. Да, кстати, соль нужна. Но... А у меня бывает. В разумных количествах. Значит, нужно витамин D кушать. Кушаем, сколько же можно? Ну, кушаем, да. На солнце стоим. А оно никак. Ну вот, смотри, я забросила, пока суть додела. Так, теперь мне нужна большая столовая ложка насыпать соли. И ждать, чтобы он, конечно, закинул. О, ты мне поможешь, да? Ложечка сейчас поможет. Спасибо тебе, дорогая. Это твоя ложка как раз. Мою ты погнула уже, Наташа, да, ложка зачем свою? Поменьше, да? А сколько вы сыпите соли? Я, по-моему, ложки даже не знаю. 2-3. Надо пробовать. Но 2 это мало. Мало? Угу. Ну, так кажется, что много, а на самом деле. Нам соль покупать надо, что можно. Да? Это последняя? Выжали. Надо посмотреть, список написать. Я прям, знаешь, узоры как на кофе рисуют. Сердечки, там котики. Ой, всякие. Сейчас сделай. Сейчас. Что это такое? Яблочко? Яблочко? Помнишь, как сердючка прыгала, потом немецкий крест. Так и вот это. И не янь. Мы ее теряем. Вот это вот что игры, понимаешь? Играться на кухне. А ты долить хотела. Чревато. Не, долить можно, кстати. Но она будет это. Так, сейчас я попробую. Да не, нормально вроде. Подождите, не спешите. Оно размешалось. Просто это магическое действие, когда вот уже хочешь суп попробовать, ты такой думаешь, боже, какое оно магическое, боже. А запах какой. А оно не соленое вообще. Я 3 ложки бабахала, прикинь. Нормально? Ну, 4 хватит. Ну, 4 сейчас будет. 4 хватит, дай ему настояться. Может, соль разбежалась по кастрюле в разные стороны. А счастье, как это? Вот так вот. Как такое может быть, народ? Комментируйте. Не знаю. Я действительно очень люблю этот суп. Суп-пюре, он вкусный такой. Просто класс.
Так я ну, взял, выпил, встал и пошел. Да. Но, между прочим, все время пюре нельзя тоже есть, да, такие вот, надо что-то изживать. А иначе... Для... Я хотела сказать, надо бульоном разбавлять, бульон тоже жевать не надо. Тоже выпил и пошел. Ну-ка. О! Оно. Вот как так? Оно. Одна ложка, вообще. Я размешала хорошо, я думаю. Ну вот как так получается? Намешала хорошо. Ням-ням-ням. Боже, как вкусно. Ребята, приходите в гости. Приходите, мы вас ждем. Приезжайте, прилетайте. Ставьте лайки, пишите комменты, смотрите все наши видео. Приходьте, приносите, посидимо. Все, всем пока. А как же пока? Ты попробовать должна. Подожди, он сварится, попробуй. Подожди, пока. Здравствуйте, снова здравствуйте. Вот так вот. Убежать не удалось. Опять я отвернулась, да? Даже говорю, не отворачивайся от камеры. Ну, люди же смотрят, не отворачивайся. Но я же в процессе, я же не могу все время нельзя, на камеру. Нельзя, тебе нужно стоять перед собой. Ты должна знать, что сзади просто рукой так раз поставила, раз обратно поставила. У меня на спине это рук нету, да? Надо учиться. Ладно, ребята, ваше здоровье. Ваше здоровье. Не болеть вам, не хворать. Давай мне суп попробуй. Это сама пробуй. Он еще не готов. Это мне как повару можно было попробовать, только на соли, на специи. На консистенцию. То есть я пока его еще не пробовала. Нет, а ты заслужить еще надо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про себя, про свое здоровье. Попробуем. Мыла ли ты его? Думаю, да. Молодец. Какой свет прям. Завораживает. Грибно-бульоновый. Ну что, тебе сколько половничков? Не три. Два. Три будет нормально. Ого, что-то много грибов. В самый раз. Это ж хорошо. Ну, я обожаю, когда много грибов, чтобы их можно было покушать. Тебе хорошо. Красота. А мне мало. Так, ну жди, пока у нас. Я тебе поставлю сюда ложечку, ладно? Да, давай. Не оскорбишься этим моментом. Сейчас я себе тоже налью, я тоже хочу кушать. Так. А себе 4. А что это? Нет, нормально. А сюда 4, да, входит? Ну, это уже перебор будет. Ну, это уже будет, да. Так. Вот такое у нас вкусное меню. Ну, давай. Или нет? Будем ждать, когда остынет. Не-не-не, давайте. Нет? Я войду в кадр сейчас. Давай. Буду пробовать мой какой. Вот, судя по да. Попнутой ложке. А какая разница, в принципе? Ну, ты же кричишь, Редькой заедай. Я твою ложку ем. Заедай редькой. Я ее не мыла. Не, она такая сочная, классная. Так, ой, смотрите, смотрите, это просто класс. Вот, опа, и целая куча грибов. И такие вот приправы видно, пюре видно. Ну, это кориандр, класс. И может быть эти семена чиа. Так что не спеши только, ладно? Сейчас, подождите. Еще предсказала плохо, да? Специи чувствуются. Не острый, нет? Он достаточно соленый, он не острый. Он просто вот классный такой суп. Ты чувствуешь, что ты его хочешь еще съесть. Так редьку я не хочу. Класс. Не, ну реально, такой супчик классный вообще. А сколько времени подготовили? Ты засекала, нет? Вот в принципе вот это все. Сейчас 10, можно сказать. Ого! Сейчас 10. Ну, сейчас 10? Да, это пока много. Пока все порезали, пока все сделали, пока закинули. Ну... Легкий супчик. Да, легкий. Но если бы мы еще бы параллельно, когда грибы бы жарились, по блендерили бы, это тоже время заняло, кстати. Да. Сепрезетка. Ну, ладно, вот. Я сама уже хочу. Еще. Водки бы к нему. Ну, только в чем вопрос? Ну, в общем, народ. То есть, всем такого супчика. Это наш рецепт. В натуральном рецепте, в исконном, там нужно зажарить со специями лук, по-моему, морковочку. Это все блендерить, а потом еще туда налить лимонного сока. Дольку лимона вам подают, или вы сами. И туда выдавливаете еще лимоны, еще такие, как эти... Скажи мне, как сухарики. Не сухарики, а вот как тесто такое зажаренное туда кладут. Мне, как мне кажется, это слишком. Народ, вкусно, бимбом. Всем желаем супчика. Мне приятно, мне да. Приятно. Смотрите наши видео, Наташа снова поворачивается. Нет, я пора еще поесть. Все, Наташа уже начинает кушать, поэтому видео нужно заканчивать. Вкусненько. Счастья, здоровья, радости, добра. И подписывайтесь на наш канал. Пишите ваши рецепты. Будем рады. Пока-пока.